Всех приветствую, ребят! С вами Император Prime, и сегодня первый видос по нагибу, скиллу и эпику War Thunder. Итак, ребят, хотел бы показать один из боев, как тащат ИСы 6, так как делал уже обзор на эту премиумную технику, во-первых. Во-вторых, решили вот пофаниться, ну, в АБ аркадных боях. Так как все равно аркада, он такой фановый режим, я считаю, хотя РБшники. Но, тем не менее, иногда прикольно. Вот, поэтому хотел бы показать вот именно очень интересный бой. Я думаю, вам понравится. Вот, и что же хочу отметить. В первую очередь, у меня лично из трех танков ИС-3, Т-44-100, ИС-6. ИС-3 является стоковым. То есть, в принципе, он не прокачан. Тут максимум... 471 бронебойный у меня, и как бы все. Вот. Ну и что мы делаем? В данный момент по карте Леха поехал на точку А, видно на Т-44. Я еду на точку Б, решили разделиться по одной простой причине. Для того, чтобы как-то максимально захватить точек. Потому что все знаете, большинство, очень-очень большинство... стоит как в кусту, к империатам, выцеливают, ищут фраги, но, увы, нет, наш полк, в принципе, не стоит, хотя, ну, в любой игре, в танковых всяких разных баталиях, мы всегда, в основном, даем, рашим и все остальное, стояло вот для однорей, я считаю. Но, тем не менее, что у нас тут есть? Пытаюсь, короче, вижу Т-34-100, пацанчик берет, красавчик, я его только щелк, и пацан отправляется в ангар. Все, про отца. Знаете, что самое классное? То, что вижу тигра, который стоит прям так шикарно попочкой, которую можно всадить по самое не хочу. Но, и тем более справа союзник его отвлекает. И он стоит, но КД такое большое у советов, что меня очень это убивает. Вижу, понимаю, кто-то мне влупил в кабину, а там Т-32, видите, но реально. Ну, серьезный пацан, влупил мне тоже так шикарно, короче. И тут этот выкатывается. Опа, Т-34-100. Ну, что, откатываюсь, потому что, видно, у меня там много чего критовано. Плюс перезарядка, и ничего сделать не могу. Башня вертится еле-еле. Ну, хорошая дыра у меня в кабине, видите, сзади вот, нормально, конечно, присанули мне, но, тем не менее, я живой еще. Ну и что же, понимаю, что там уже перестрелка идет, и точку никак Б мы не можем забрать, точка А взята, уже хорошо, и здесь он приезжает, Леха. Леха Красавелла такой, он, видите, рулит там, стреляет, выцеливает. Потому что видит там врагов, которые за зданием именно находятся. Вот такой вот ситуации мы, короче, страшные, ребят, попали. Но, тем не менее, что? Пытаюсь с другой стороны объехать, потому что там очень много врагов. Вот. И заранее уже пытаюсь повернуть пушку, потому что это ад. И что же я наблюдаю? Вижу пацана, серьезного пацана. Видите, вот он стоит. Супер першинг. В НЛД даю ему, отправляю его тоже, короче, к ядрине фени, куда подальше. Ну а что делать, что делать? Ничего. И захват точки Б идет, так как Пинсвин меня все-таки там прикрыл и, точнее, эту сторону завалил. Это очень хорошо. Так, что тут у нас интересного? Хотел бы как-то изменить. Маркеры показать. Не маркеры. Опа, пауза. Свободное вращение, вот так вот получше. Так, парящая камера. Сейчас я вам покажу, по крайней мере, вот так вот, чтобы, может, немного разнообразить вид, чтобы вы наблюдали со всех сторон, как говорится, что тут, в принципе, происходит. Ну все, точку Б я забираю. Леха там вообще камикадзе на самолете летает. Убийца. Вижу еще один ИС-2. Выкатываюсь. Вот он, вот, ребят. И отправляю его еще одного в ангар. Ну чё, а чё он там катается? Чё он катается? Нечего там кататься, все нормально. Но знаете, что самое интересное? Вот здесь будет стоять танчик. И он меня, конечно, тут хорошо, хорошо выцелит, потому что будет сведён. То есть мы наблюдаем здесь ИС-2. По вот этой канители тут вообще шикарно.
ну, то есть на А точку целую рашат по полной программе, видите, целая тут армия просто захвачена в дефе, и уже ничего не сделаешь. Переходим дальше ко мне. Я все-таки откдешился, пытаюсь выехать сейчас. А там тигр стоит. И смотрите, я выезжаю, хотел только выстрел, и у меня не получилось. Не удалось. Немного надо было еще башни. То есть я думал, где-то посередине будет танк. Но, увы, нет, он там не оказался. И это привело к тому, что, ну, блин, вот так вот. Нагнули. Я на Т-44, Леха на СЕ-6. Вот. Ну и что? Теперь моя очередь, как бы там, попытаться кого-нибудь зарашить. Единственное, что, конечно, 44-ка очень хороший танк, ребят, но со своими такими вот прибамбасами. Так. Сейчас вот этот отключу. О. Очень классный танк, ребят. Но все же, конечно, критуется и елки-палки дырявый. И тут знаете, что я не заметил? Вот этот танк, который вы видите, вон 44-ка. Смотрите, она меня видит. А я в простреле искал как раз вот этого пацана. Вот этого и вот этого. А вот этот на самом деле, вот сейчас на реплее, конечно, показано, что он светится. Но когда я именно выцеливал вот этого справа, я его просто не видел. Вот честно, не видел. Он почему-то не подсвечивался. Ну, скорее всего, какие-то, может, минимальные там, какие-то, может, недочеты. Такие, не знаю, как сказать, это глюк, не глюк, может там, то есть не полностью отобразится. Конечно, было обидно, но тем не менее, что у нас, мы дальше, короче, рулим. ИС-6, теперь я уже на ИС-6, как и Леха. Ну а что, Леха еще раз как раз респался, и вот такая вот веселая канитель. Как вы видите, в принципе, мы уже начинаем проигрывать. Точка А взята, на карте видно, точка Б тоже взята. Ну и зашибись. А некоторые пацаны, которые вот здесь вот стоят и пытаются там с пулеметов стрелять, хотя до самолетов, ну там было, я помню, замечал там 3 километра, и они стреляют по самолетам, которые на расстоянии 3 километров. То есть я понимаю, что, ну, это серьезные, короче, ребята, серьезные однозначно. Так, сейчас. Свободная камера. Ух ты, свободная камера, конечно, прикольно, но мы сейчас попробуем это. Вот так вот, с такой позиции. Блин, прикольно. Я вам хочу показать разные виды, которые можно тут доволе. Так, интересно, интересно, интересно. Статистика. Что у нас тут по статистике? Сразу же в бою показываю, пока на втором месте. Я пенсвин на третьем месте, то есть можно сказать, как бы практически такой, это прям топовый прям взвод, практически топовый, да. Но тем не менее. Так, поехали дальше, ребят. Я тут пытаюсь, короче, чиниться. А что тут сделаешь? Ну, чинюсь, и практически надо сейчас ехать что-то делать, потому что слив, ну, блин, прям вообще попахивает жестким сливом. Другого просто тут не дано. Ну. И вот мы, в принципе, рядом решаем как-то что-то, ситуацию. Сначала думали А точку раскумарить. Ну, поэтому тут будем вот пытаться. Опасный сейчас момент здесь будет. Я вам хочу продемонстрировать один из таких моментов. Справа 44-ка. Кстати, она тоже не светилась, и я ее не видел. Вот. Но, тем не менее, вот за зданием подсвет был 44-ки. Я понимаю, что она там есть. Здесь она откатилась, смотрите, как красиво. Смотрите, что я делаю. То есть я вижу ее, думаю, где-то она здесь, смотрите, выйдет. Ну, то есть я ж не вижу ее. И вот она появляется. Он стреляет по мне, не пробивает. И знаете, что самое охрененное? Справа еще один едет. Не пробивает. И я этого забираю, короче. Понимаете, забираю. А это справа на КД. И тут врывается Леха. Опа! И с вертуханчика пытался его заснять, но пацанчик еще на КД, и я выезжаю, перекрываю собой, начинаю его раскумаривать понемногу, и просто, короче, в башню, и отлетело все, на как там говорит Зуберг, на все деньги отлетела башня. Ну, вот так вот, хорошо, и решаем дальше продвигать. Три точки забраны у нас, А, Б и С. Мы все проигрываем, конкретно проигрываем. Ну, что там, о чем говорить, если, ребят,
Канитель такая, что чуваки стреляют по самолету, который находится на расстоянии 3-5 километров. Уже, в принципе, и так ясно, что команда... Фу! Дай божечки просто. Ну, вот так вот. Такая страшная команда. Ну, с последних сил стараемся как-то разрулить в этой ситуации. А, ну, в принципе, у нас ничего не остается. Других никаких вариантов. Поэтому вот так вот. Так, что у нас тут есть? Ладно, сейчас, короче, вот так вот сделаю. Взгляды игрока. Вот. И вот такой вот момент. Вижу там Т-44. Вот, думаю, ладно, ладно, ребятки. Что же делать? Ну, ничего, сейчас, короче, попробуем кого-то завалить. Ну и продвигаемся. Продвигаемся дальше. Вижу, а, здесь была Т-34. Вот, ее Пинсвин снял. Очки уходят прям, вот прям по полной. Сейчас я включил именно вид. Вот вижу пацана, но через две стены, не знаю, как там пройдет, не пройдет, и приблизительно навел вот так вот. И только там слегка повреждение. Слегка и откатываюсь. Откатываюсь. Вот, и вот уже у меня и мехвод. И заряжающий немного уже хромает. И у меня перезарядочка уже не топовая. Но страдания... Страдания продолжаются. Пытаюсь, короче, его с пулеметика немного там поработать. Как бы вот так вот. Но не тут-то было. Итак, обижает Пинсвин его 62-ку тайпа. И забираем. Так, ребят, смотрим на статистику. Да, результат боя. А, Пинсвин на первом месте вырывается. Я на втором месте. Пинсвин делает 9 фрагов. Я 5 фрагов. Я думаю, елки-палки, что за fucking shit, короче? Что происходит? Вот реально, что тут происходит? Но, тем не менее, мы понимаем, что все хана, уже очки, и решаем с последней силы, ну, на точку Б ехать. Ну, а что делать? Уже похрен. Прям с вертухана решили, что будем врываться на похрен, на характере, как говорится, и что-то делать. Уже пушку заранее Пинсвин поворачивает. Летим, давим. И, короче, он убивает. Говорит, что там справа. Я вот вижу этого и со второго. И просто на ходу. Пацаны отправились в ангар. Привет, Аиду, передавай. И точку Б забираем. А, смотрите на синюю полосочку. Ее вообще нету. Вот просто нету. Она вот такая. Там с размером с миллиметр. Размер... С, блин, член китайца, я не знаю, короче. То есть мы все, хана, короче, проигрываем по полу. Что же предстоит делать? Смотрю, что С могут забрать. Я пишу в чате, что давайте, типа, С забирайте, ребятки, забирайте С, тут делать нехрен. Ну все, Б мы забрали, но продолжают то очки уходить, да. И С, смотрю, наконец-то, ребятки, там... Хватило ума, и я только увидел, что точка С у нас берется. Я думаю, боже, слава тебе, Господи. Наконец-то точка С берется. Каким таким образом, я, честно, вообще даже не знаю. Включаю парящую камеру, ребят. И продолжаем дальше канитель. Я наблюдаю вот такую жесткую тему у нас тут. Как вы можете наблюдать, танки. Мы их пытаемся не пустить к точкам, чтобы они ни А, ни Б, ни С просто ничего не смогли взять. Здесь отстреливаются. Т-29 работает от башни. Тигр, короче, за углом дома там кемперит такой. Хоп-хоп-хоп, выцеливает точечки. Также не забываем, что тут у нас ИС-2, который контролит Пинсвина. И то есть он не может толком работать ни по этому танку, ни по этому. Но тем не менее... Наша главная задача, мы висим на волоске, понимаете, на волоске. Ну, вот так вот. Ну, а что делать? Ну, я тут пытался тоже что-то там стрелять, отстреливаться, но понял, что это все херня, короче. И делаю вот такой вот момент. Я просто на похер еду и все. Чтобы чувака загасить. Понимаю, как он стоит там. И просто так врываюсь, мимо ИСа второго пролетаю, и хотя бы одного, и просто башню поворачиваю, ну выстрел, сведения, бах, разлетелся нахрен пацан, короче, просто нахрен разлетелся. Ну, что у нас-то дальше? 11 киллов у Пинсвина, 7 киллов у меня, ребят.
Ну вот, как бы вот так вот. И уже на последних парах там стреляя по ИСУ второму. Ну и последний танк все, был уничтожен. Уничтожен. И Т-29, как вы видите, вот горит он. Ну, все, вот он, видите, в конце, короче, сгорел пацан. И у нас получается, ребятки, мы всех загасили. И смотрите, на волоске, что просто, ну, по-другому не назвать. Эпический. И мы красиво припаркованы вдвоем так вместе. И катка затащена. При этом 19 фрагов пришлось загасить, ребят. Тут просто 19 этих ушаталик ядрени фени. Что тут скажешь? Ничего. Одни эмоции. Тем не менее, результаты боя я еще скрины там приложу там. Но тут победка. Такая вот канитель. Видите, результаты. Учитывая, что пинсвин 12 фрагов, я 7 загасил, заработано 75 тысяч. Вот на Польше у нас активность в бою 90%. Ну, как бы вот так вот, ребят. Вот такой вот интересный бой. Ну и скрины, конечно, приложу, вы увидите. Можете комментировать. Если вам, ребят, понравилось. Опять же, хочу отметить, что И6 один из лучших премов. Его пытались в 1.77 порезать, но в принципе ничего его не порезали. Слава богу, он как был, такой и остался, потому что куда его и так резать? Его большая перезарядка, конечно, и УВН и минус 3, ну такие себе. Но тем не менее, можно тащить, потому что он король в городе. В поле, конечно, он никто, но в городе он, конечно, король и царь. Вот, вот так вот. Ну, ребят, на этом буду заканчивать. С вами был Император Prime. 19 фрагов сделано. Каточка опасная, тяжелая, затащена. Ну, опять же, там, это АБ. Все понимаете, фановый режим. Поэтому, можно сказать, даже, ну, типа, нечего прям хвастаться. Там, типа, о, АБ, это ж АБ. Но, тем не менее, поверьте, в АБ очень много слив. Намного больше, чем в РБ. И здесь не понимаю, почему так, но многие стоят, и вот это видео результат того, что стоят и команда ни хрена не делает, а два человека может сделать очень много. И даже для этого режима, ну, блин, нормально. Поэтому, что кто-то может сказать, мы и больше делали, ну, как бы вот так вот. Ну, видео снято не в целях там помериться чем-то, а того, что суть такова, что никогда не надо сдаваться. И вы можете, воюйте до конца, короче, до конца и делайте победу. Потому что стоялово это всегда проигрыш. Только активность в игре делает победы. На этом все. С вами был Император Prime. Всем удачи, нагиба, да пребудет с вами сила. Подписываемся на канал, если понравилось. И я жду вас на стримы. Всем пока-пока-пока.